Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цены на запасной комплект игл для сопла краскопульта из Китая в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 12 февраля 2019 года. Цена в долларах, можно выставлять в рублях, но я вот, чтобы всем было понятно. Значит, стоит такой комплект $5.47 и 3, даже не цента, а да, 3 цента стоит доставка в Россию. Вот такие даже бывают, да? Ну, мы посмотрим сейчас доставку, интересно, в другие регионы. Ну вот, 3 цента. Почему не бесплатно, да? Ну, все-таки 3 цента. Ну, согласитесь, это нормально. Так, Беларусь. Бесплатная доставка. Казахстан. Казахстан. Бесплатная доставка. И Украина. Бесплатная доставка. Может, это какая-то опечатка по поводу России, да? Ну, ничего страшного. Такая доставка, цена, это вполне нормально. Я так считаю. Ну, не 300 ж баксов там или 250. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.